Всем пламенный привет, я Осми, и в этом видео я вместе с вами начинаю защищать яйцо дракона в игре под названием Egg Wars. Обратный отчет уже пошел, и мы начинаем. Итак, мы оказались на нашем острове, замечательный такой остров. Центр находится не так уж и далеко, я вам скажу. Да, так, давайте хоть чем-то защитим наше яйцо. Купим какие-то, хоть какие-то блоки. Давайте возьмем блоки шерсти. Вот так вот. И закроем хоть как-то наше яйцо. Это временная защита будет нашего яйца. Так, здесь тоже закроем. Вот так вот. Вот это желтый, вот это желтый. Отбиваемся, отбиваемся как можем. Он упал, молодец, желтый, молодец. Он, походу, и не собирался нам даже яйцо рушить. Как мне кажется, или, возможно, он испугался. Или, возможно, он испугался. Но я буду на всякий случай находиться на базе пока. Опа-на, наш напарник уже поломал кому-то кровать. Вот это да, ребята. Давайте прокачаем и починим наше золото. Так, одного алмазика, блин, не хватило. Придется еще что ли идти за алмазами. Но я думаю, что их уже там нет. Я думаю, что тут алмазов уже не осталось. Давайте это проверим. А, нет, все же есть алмазы. Это замечательно. Давайте идем на базу. Опа-на, даже еще одну кровать поломал. Ребята, мой напарник еще поломал одну кровать. Вот это да. Пока мы прокачивали наше золото. Так, еще золото прокачал. Замечательно. Замечательно. И давайте идем на центр, что ли. Ой, для начала меч сделаем. Хоть какой-то меч надо сделать. Так, для начала сделаем хоть какой-то меч. Покупаем. Покупаем меч и идем. Идем, 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 идем на центр. Так, и где наши противники? Это кажется синий. Это кажется синий. Итак, идем на синего. Нападаем на синего. Вот так вот. И ломаем ему яйцо. Так, отбиваемся еще, еще. И ломаем ему яйцо. Есть, яйцо поломали. Он идет, походу, на нашу базу. Он, походу, идет на нашу базу. Напарник, молодец. Отбился. Вот это да, ребята. Вот это победа. Вот это победа. Итак, вот-вот начнется еще одна игра. Давайте же начинать. О, а как он в воздухе висит, ребята? А это что такое? Вы видели, что это было? Это явно читер. Что происходит? Алло? Алло? Вот он опять здесь. Он опять здесь. Как это возможно, ребята? Как это возможно? Мой напарник еще живет, но я не знаю, как он одолеет этого читера. Итак, давайте понаблюдаем за ним, что он будет делать. Но тут и так уже ясно понятно, что он явный читер. Ну-ка, ну-ка, он оказался на базе, и что сейчас произойдет? И что сейчас будет? Это он или это не он? А, им яйцо уже поломали. Замечательно, замечательно. Пошел отчет до еще одной игры. Надеюсь, она будет победная. Ну что, осталось совсем немного, и мы сейчас окажемся на нашем острове. Ну что, оказываемся. Ну такой нормальный островочек, я вам скажу. Целиком из снега, изо льда состоит. Да, мы зеленые, мы опять зеленые. И рядом команда желтых. Мой напарник уже пошел на даймонды. Замечательно. Так, а мне остается заделать наше яйцо. Хоть какими-то блоками. Давайте это и сделаем. А, покупаем наши блоки, заделываем наше яйцо. Действуем как обычно. Так, яйцо хоть как-то заделано. И теперь можно пойти до даймондов.
можно пройтись до даймондов. Давайте прокачаем наше золото. Одного даймонда не хватило, увы. Одного даймонда нам, увы, не хватило. Давайте атакуем этого желтого. Ай, увы, увы, не удалось нам. Не удалось нам его убить. Ну ничего, давайте бегаем дальше. Одного убил мой напарник. Так, даймондов больше нету. А как его прокачать-то? За что? За 18 золота. Вот это да. 4 хп. 4 хп, 2 хп. Он идет на нас. Он идет на нас. Yes, мы сделали финальное убийство. Мы сделали финальное убийство. И соседа больше желтого у нас уже нет. Остался только красный сосед. Ой, это синий сосед. Это синий сосед остался, да. А желтого соседа у нас уже нет. Мой напарник пошел на центр. Замечательно. Так, а что делать мне? Так, и где у нас... А, вот на наше железо. А, давайте что-то прокачаем, что ли. Так, а железо как? А, все. Можно прокачать наше железо. Это замечательно. Соседи на нас уже идут атаковать. Атакуют нас уже соседи. И походу поломают наше яйцо сейчас. Да, наше яйцо было поломано. Наше яйцо было поломано. Увы. Так, идем на центр. И здесь очень много людей. Ай-яй-яй-яй-яй. Они убили меня. Все, они меня убили. Давайте, что ли, еще одну катку. Заходим. Надеюсь, на этот раз нам уже точно повезет. Так, кто-то покидает. Но ничего, сейчас мы начнем. Сейчас мы начнем. Карта очень интересная. Желтых нету. Базы желтых нету. Они все повыходили. Что-то я отвлекся. Давайте купим наших блоков. Надо прокачать еще золото. Давайте обделаем наше яйцо. А как он так? Как так? Наше яйцо уничтожено. Это замечательно. Мы лишились нашего яйца, и меня быстро убили. Так, а где мой напарничек? Где мой напарник? Как он поживает? Он почти алмазник. Какая там битва идет? Ну, мне кажется, у него больше шансов уже нету. У синих есть яйца. У синих есть яйцо, а у напарника яйца нет. Опа-на. У них нет яйца, ребят, у них нет яйца, давай. Молодец, напарник затащил эту катку. Итак, началась еще одна игра. Опа-на, алмазы рядом, давайте дойдем до алмазов. Да, нам надо дойти до алмазов. Купим наши блоки. Так, а где яйцо-то? Где яйцо наше? Я не вижу яйца даже. Может оно на этой бомбе? Я залезу? Да, офигеть, как они его засунули так высоко? Ты оделся как мы, офигеть. А почему он даже не отталкивается? Почему он даже не отталкивается? Yes, одного вытолкнули. Но, походу, нам уже конец. Нам уже конец. Нам конец. Все. Наше яйцо поломали. Купили деревянный меч на всякий. И давайте идем на центр. Облутываться на центр. Но нам, походу, не дадут облутаться. Нам, походу, облутаться не дадут на центре. Да. Они настроены на победу.
Ай, все, все. Нас убили, нас убили. На этом моменте мы закончим это видео. До новых встреч, всем удачи, пока.